Наградов, Илья Подкидышев, Вести. Федеральная налоговая служба соберет все данные о налогоплательщиках страны в одном месте. Сегодня ведомство открыло общероссийский центр обработки данных. Он расположен в подмосковной Дубне и станет частью крупнейшего в истории России проекта в сфере информационных технологий. Подробности в материале Александры Каневской. Электронный мозг Министерства финансов. Так сами чиновники называют этот центр в подмосковной Дубне. Небольшое двухэтажное здание под надежной охраной. Внутри уникальная техника. Она позволяет хранить информацию о каждом налогоплательщике страны. Если бы все эти данные хранились в печатном виде, для этого понадобилось бы 125 миллионов вот таких архивных папок. А листами бумаги можно было бы выложить полдороги до Луны. Теперь вместо этого одно небольшое помещение и 150 мощных серверов. В результате информация доступна онлайн как самим пользователям через личный кабинет в интернете, так и налоговикам. И уже не важно, где живет человек, чтобы решить возникший у него вопрос. Это все сегодня работает. То, о чем я говорю, работает. Этот центр сейчас как резервирующий работает для Большого Московского. Но теперь он нам позволит, развяжет руки, уже полностью все наши электронные сервисы представить одинаково и очень удобно во всех точках страны. Станет проще общение с налоговиками и для представителей малого бизнеса. Теперь они тоже могут делать это через интернет. Федеральная налоговая служба сегодня запустила новый ресурс – личный кабинет индивидуального предпринимателя, что является большим достижением нашей Федеральной налоговой службы по взаимоотношению с предпринимательством. Но хранить данные – это всего лишь одна из функций центра. Это мощнейшая аналитическая система, которая, как считают эксперты, фактически сведет на нет уклонение от налогов. Система сама отслеживает все операции покупки-продажи между фирмами, причем технологии и программное обеспечение российские. Мы сегодня обработали информацию за первый квартал о 3 миллиардах счетах фактур, которые в стране так или иначе были выставлены продавцами-покупателями и контролируем оборот около 30 триллионов рублей. Раньше схема была такой. Создавались цепочки из десятков компаний, НДС из которых не платила одна. Выявить это могла только глубокая проверка. Теперь все будет происходить автоматически. Предъявил налог к возмещению, укажи продавца. И если в системе такого нет, все очевидно, это мошенничество. Бюджету, затраченный на строительство центра 8 миллиардов рублей, вернутся сторицей, уверен глава Минфина Антон Силуанов. Только мы ввели центр уже в этом году, и мы в этом году уже получили изменения по НДСу. Видны все цепочки прохождения, значит, фактов покупки и продаж, и налоговая служба очень, значит, четко может отслеживать, где нарушение цепочек. И мы видим в этом году, несмотря на то, что идет снижение темпов роста экономики, поступления от НДС растут. На 18% выросли, в том числе и возмещение НДС. Те, которые были неправомерно, те были, которые под вопросом, под большими вопросами возмещения НДС, которое происходило. Сейчас это, значит, уклонение просто невозможно станет. Переезд на местные серверы всей информации Федеральной налоговой службы – это только начало. У Минфина относительно нового центра большие планы. Здесь же будут хранить и анализировать данные казначейства, то есть все расходы и доходы страны в целом и каждого из регионов. Александра Каневская, Дмитрий Петров, Андрей Ганыкин. Вести. Дубна. Московская область. Ведущий производитель железной руды и горячего брикетированного железа «Металлинвест»...